Пусть есть граф, в котором нет ни одного треугольника. То есть нет трех вершин, которые соединены. Мы уже доказали эту теорему. Например, одно из доказательств было такое. Берем вершину и смотрим, сколько из нее выходит ребер. Другую, сколько из нее выходит ребер. И рассматриваем наибольшее из этих чисел. Ну, после этого чуть-чуть посчитать, и все получится. Оказывается, есть еще одно решение примерно такого типа. Господа, если рассмотреть не вершину наибольшей степени, а так называемое наибольшее независимое подмножество. Давайте объясню. Наибольшее по количеству элементов, наимощнейшая, наибольшая система точек никакие две из которых не связаны ребром. Ну, для тех, кто помнит наибольший пример. Вот, скажем, если у вас есть 5 точек с одной стороны и 4 точки с другой, и каждая соединена, каждая точка слева соединена с каждой точкой справа. Так называемый полный двудольный граф. Вот скажите, пожалуйста, в таком графе наибольшая независимая система состоит из каких точек? Из 5. Из 5. Совершенно верно. Ну, в более хитрых графах там как-то по-другому может быть. Но тем не менее, согласитесь, что в любом конечном графе вы можете смотреть на разные системы. Если у вас есть две точки, соединенные ребром, все, система плохая. Если же никакие две точки в ней не соединены ребром, то, соответственно, такая система у нас хорошая. Все понятно? Из них выбрали ту, в которой больше всего точек. Замечательно. Пусть в ней, не знаю, x точек. Некоторое количество. Вот она, наибольшая система. Мы не очень понимаем, как она устроена. То есть для двудольного графа понятно, а для общего графа как-то она устроена. Замечательно. Вот они точки. Независимая система. Между ними ребер нет, а в принципе какие-то ребра есть. Мне сейчас хочется доказать, что в таком графе не может быть слишком много ребер. Ну, давайте подумаем. Вот, если мы берем любое ребро, может так быть, что у него оба конца, входят в нашу независимую систему? Не может. Почему не может? Потому что она перестанет быть независимой, да? Значит, если у нас вот независимая система, давайте эти точки обозначим буквами N, то ребро устроено как-нибудь так. Или это самое ребро устроено так, что у него оба конца не входят в нашу систему, или же один входит, а другой не входит. Пока все логично? Логично. Теперь я задаю вам простой вопрос. Сколько ребер может выходить из какой-нибудь вершины графа? Вот представьте себе, из какой-нибудь вершины может исходить x плюс одно ребро. Как вы считаете? Больше, чем x, может выходить? Нет. Почему нет? А потому что тогда будет соединена... потому что это система независимая. Вот это независимая система. У нас нет треугольников. Ведь треугольник, то тогда было бы ребро. Но когда у вас есть вершина, и из нее выходит несколько ребер, то между собой они не соединены. То есть в этом графе степени всех вершин какие? Не больше, чем x. Степени всех вершин не больше, чем x. Отлично. А теперь, господа,
Простая вещь. Сколько точек лежит вне независимой системы? N-X. Вот есть у нас наша максимальная независимая система, есть все остальные точки. Точек там N-X. Я сейчас беру и количество этих точек умножаю на число x. Понимаете ли вы, что количество ребер графа не превосходит вот этого числа? Ребер не больше, чем n-x умножить на x. Мне кажется, что я это уже растолковал. Значит, еще раз смотрите. У любого ребра, или оба конца, или один конец, не в независимой системе. То есть вот одна из вот этих точек. Но при этом из любой вершины выходит не больше, чем x. То есть точек у нас n-x, а из каждой выходит... То есть если вот такой ребра, мы его даже два раза посчитаем. Но это не страшно. Главное, чтобы хотя бы один раз мы посчитали все. Осталось вспомнить известное неравенство. Вот такое произведение не больше, чем n в квадрате разделить на 4. Ну, если честно, мы это уже доказывали. Может, я не буду. Ну, просто умножить на 4, там, перевести, и пол в квадрат выделится. Вот. Правда же красиво? Вот такое доказательство. Мне оно не кажется самым простым, но, с другой стороны, вполне себе... отдельное доказательство.